Что? На поезде? Ты скажи еще вот на таком поезде куда-нибудь поедем. На вот таком страшном-пристрашном поезде. Или вот таком страшном поезде. И тут вообще все поезда страшные. Папа, а что мы тогда тут делаем? Мы будем искать морфов. Ох, клево! Буквы лор? Да не буквы лор, а поезда. Поезда лор? Да какие поезда лор? Вот такие страшненькие поезда мы сейчас будем искать и морфироваться. О, я уже собрал. А, нет. Пойдем, пойдем, Аришка, искать. Тут такой безопасный... Мама, глазики. Что глазики? Глазики на поезде. Какие еще газики? Глазики. Ого, так это поезд. Это поезд из дверей. Это дверной поезд. Точно, это же, это, наверное, фигура вместе с глазами этими. Ну, отправляемся на поиски. Ой, папа, я застряла. Вот, смотри, какой прикольный поезд ползает. Поезд-таракан, он на меня, он за мной охотится. Как ты застряла? Ты зачем в рельсы падаешь? Ариша, хватит там валяться. Ариша, вылазь, подпрыгни. Да хватит. Фух, все, выпрыгивай. Так, да что ты спотыкаешься, Ариша? Ты что сегодня ела, мало каши, что ли? Да. Ой, я нашел яйцо. Блин, вот, это ледяной морф. О боже, смотри, какой я красавчик. Я тебя съем, я тебя съем, я тебя съем. Ням-ням-ням-ням, вкусная девочка Ариша. Вкусная, в меня снится злой дух поезда, злого синего. Я иду по гулке, я иду поесть, я иду покушать. А где ты? А, вот она. Ага, упала, упала. Я спряталась. Ням-ням-ням, где Ариша, где Ариша? Смотри, там еще яйцо. Давай, 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 задирай яичко и будем маркироваться. Так, собрать это. Ого! Фигура! Да, это классный морф. Точно, очень классный морф-фигура. Так, 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 а внутрь мы можем зайти? Открыть. Так, о, мы можем залезть внутрь, но... А ты застрял. А как стать маленьким? Вот эта кнопочка, да? Да. Да, ага. Раз яйцо, поезд в шляпке. Здесь яйцо, поезд какой-то интересненький. Так, и здесь еще два яйца. Обалдеть! Так, пойду проверю всех морфов. Выходи, тоже будешь морфироваться в других. Так, погоди. Так, сначала в дедушку морфа. Ого, смотри, какие у меня большие лапы и толстые. Это дедушка морф. Папа! Теперь такой. Ого, морф длинная башка. Морф жираф. Папа. Да, папа. Что? Иди сюда. Что такое? Смотри, тут синее яйцо, ты его забрал? Конечно. Я все четыре яйца забрал. Этот инопланетянин, да, забрал? Не знаю, но это... Вот этого. Так, ну жирафом я побыл, и теперь... Так, пошли. Кем бы мне стать... Что? Я там еще нашла, смотри, тут! Где, внутри? Да! Слушай, со мной... Я здесь его тоже нашел, я тут 4 яйца нашел. А-а-а! А может быть на крыше есть? Стой! Так вот как ты падала! А я думала, ты реально спотыкаешься, оказывается, ты тут... Ага, под дом можно залезть. Ребята, смотрите! Нет, нельзя. Ладно, так. И... Папа, на крышу! На крышу? Да, с горы! С горы? Ты с Горыныч? Да. О, морф, ух ты, какой интересный, давайте глянем. Бамс, офигеть! Яйцо! Какой я страшный, страшный паукоморф. Ой, капец. Где? Тут, за домом, за домом. За домом? Сюда, иди сюда. Сейчас яйцо. иду, яйцо. Яйцо. Морфируюсь. Бамс, я зеленый. Зомби яйцо. Слушай, ну тут вообще... Они тут навалены, эти яйца, как я не знаю кто. Это злобный Микки Маус. Так, бегу дальше. Папа, сюда иди. Да, Риш, тут куча яиц. Так, беру, оба-на, проверяем. Папа, смотри. О, вижу, а что у тебя жизнь качает? Тут нас краб, краб какой-то нападает. Краб. В болоте краб Ариша может убить. Да. А ты в кого превратилась-то, покажи. Смайлика. Ничего себе, смайлик страшный. Так, а я нашел еще морфа, ну-ка. Оба-на, голубенький паучок с прической. Так, яйцо еще. Ух ты, это кто такой? Точно, как ты, смайлик, да? Да, смайлик-ботан. Да. Смайла-ботан. Пойду и еще вот это яичко соберу. Побегаем. Хватит, есть. Ух ты, это тебе понравится, ты его переоденься. Это твой любимый будет морф. Смотри, вот это я красавчик. Это где? А вот тут, в болоте ты собрала, вот тут вот. А, как нападает. Поищу. О, какой-то беленький. Ну-ка, морфанемся. Это смерть. Это морфа-смерть. Так, я сквозь тебя прохожу. Так, это морф с галстучка.
Какая ты красивая, Ришка, радужная, прям как твои волосы. Да! Ты, это твой теперь будет образ. Смотри. Паучиха. Оба-на, морф с наездником. Оба-на, меня запряг Нубик. Или я Нубик на пауке. Папа, что? Скорее всего, тут прошелся дождь из яиц. Да, они тут вообще везде навалены. Смотри, еще красненький в коллекцию. Очень крутой. Вау, я клубничка. Страшномордая клубничка. Подбегаем сюда, собираем. Превращаюсь, и я превращаюсь в такой вот интересный поезд. Окей. Мам! Что? Иди на гору сюда! Погоди, сейчас. Я, получается, морф поезд микросхема. Тут еще какие-то яички. Так, проверяем. Это какой-то больной поезд. Ребята, прыщики какие-то на нем выросли. Фу! Так, а это? Превращаемся. Оба-на, это кто? Это бабушка Гренни, что ли? Я поезд бабушка Гренни. Любопытно. Аришка, ты где там ходишь? Я под мостом нашла яйцо. Понятно, тут ты еще все не собрала. Я уже куда-то ушла под мост. Что за страшный морф? Боже мой. У меня голова спереди прилипла. Ох, тышки, смотрите, еще какой морфик. Интересный такой, фиолетово такой, бледно-голубой. Все, вроде я все нашел тут. А, вот еще вижу. Так, а это из Хэллоуина, ребятки, хэллоуинский поезд. Прикольно, смотрите, какой я страшненький. Кто не подписался, кто не поставил лайк, тому я приду вечером. Папа, ты где? Я возле домика, здесь куча яиц, тут куча всего. Сейчас прибегу к тебе. А пока Ариша бежит, давайте посмотрим рекламу про наши футболки. Друзья, хочу вам рассказать о нашем магазине «Папа и дочки Геймс». Посмотрите нашу коллекцию одежды и аксессуаров. Синее сердце, которое подойдет и пацанам, и девчонкам. Розовое сердце только для девочек. Вид спереди, вид сзади. Спасибо за детство, яркое. Монстрики, такая же как у нас. Among Us, хорошие денечки. Among Us, я в домике. 12 замков папа и дочки. С картинками из всех видео. Как заказать? Возьмем, к примеру, синее сердце. Подходит и мальчикам, и девочкам. Смотрите, как она выглядит. Вот так сзади, на девчонке. Хотя, конечно, девчонкам лучше взять розовенькую. Дальше вы выбираете свой рост и добавляйте в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки. Не пропустите. Если вам понравился какой-то дизайн, но вы хотите не только футболку, а что-то еще, проматывайте немножко вниз и выбираете здесь. А также рюкзаки, посуда, блокноты, пеналы, альбомы, чехлы для телефонов. Даже спортивная сумка есть. Недорогие брелочки. Мы себе, папа с дочками, заказали такие же толстовки. И они реально приходят супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео. А также пишется вот так. papadochki.ru. Друзья, наступает тепло. Скоро лето. Поэтому выберите себе на весну толстовки. На лето футболки. И закажите, пока есть хорошие скидки. Так вы получите не только уникальную одежду, а еще поддержите наш канал. О, Аришка прибежала, чуть меня не напугала. Какая ты интересненькая, голубенькая такая. И у тебя очень милая личика. А только разные глаза. Так, давай сюда сходим, посмотрим, что тут за яички. Я буду брать яичко, выходить наружу, морфироваться. О! И возвращаться обратно. Так, смотрим. Это, вау, вот это бабушка Гренни. Пойду посмотрю еще. Так, вот тут яичко забрал. Пойду смотреть. Это клоун, это же клоун. Морф, клоун, ребята, который страшненький. Ну не бойтесь, мы безопасны. Тут, забрал. Иду посмотреть. Превращусь, я сейчас превращусь. Это, о, это какой-то бесцветный морф, только ножки у него цветные. Интересно, но страшно. Заходим еще, я там видела еще яички. Залазим сначала сюда, потом сюда, забираем. И смотрим. Это желтый морф, желтый, и смотрите, какое лицо странное. Пойду еще внутри посмотрю, сколько там еще яиц? Не знаю, я все собрала. Все? Проверим, проверим. А на крыше собрала? Не знаю, наверное, нет. Не собрала. А,
на крышу попасть. А вот лестница. Помидор! Где? Посмотри, тут было яйцо. Ты, наверное, его забрал? Конечно. А как ты залезла? А, вот так. Прыжок. А на крыше нету. Как нету? Ну так как-то. Погоди. А, есть! Есть, я залез. Это ты? Фух, я испугался. Ну ты страшненькая. А я вообще-то очень красивая. Нет, ты-то да, но вот ты превратилась в настоящего паука. Морф-паук. А тут нужно раскопать. Лопата есть? Нету. А может быть попробуем через посмотреть? Точно, там яйцо. Попробую сейчас его забрать вот так вот. Через бак. Не набирается. Секретное яйцо. Надо потом будет найти лопату, прийти с лопатой сюда. Да. Так, друзья, мы сегодня нашли. Давай, Иришка, превращайся в твой любимый, который тебе больше всего понравился. А, я вот в такого, а ты в папа-голова-помидор превратилась. Да. Ребят, мы сегодня собирали морфы-пауки. Хотим собрать всех. Их тут очень много. Тут много карт еще. Смотрите, вот, огромное количество. Мы хотим еще поиграть, но нужно, чтобы ты прямо сейчас поставил лайк. А если не подписан на канал, обязательно подпишись. Все, с тобой был морф. Поезд, паук, папа. И Аришка, помидор. Всем пока. Всем пока. О, папа, смотри. Да. Последнего соберем, посмотрим, что. Ух ты, крутяк. Крутяк. Обожрался бутербродов. Дай попробовать. На, ешь.